шансов. Рядом со мной Константин Генич, и мы приглашаем вас на футбол. Вот-вот начнется очень интересная игра. Я уверен, что вы даже мысли не допускаете переключить канал. Оставайтесь с нами. Перед нами состав «Севильи». Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодняшнего матча? В середине таблицы расположилась команда. Сезон заканчивается. И что, надо бы попрощаться с болельщиками парочкой красивых побед. Ждем угловой. В центр штрафной мяч направлен. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Следует скидка. Пенальти. Судья указал на точку, и игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр счел 11-метровый удар, наверное, необходимый и достаточной мерой наказания. И спасает команду голкипер. Угадал и направление, и силу удара. Все угадал. Просто молодцов. Эскудер. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Гвардан. Это может быть опасно. Ну и вносить мяч надо. Эвер Бане. Висан Бен Еде. Продолжает идти. Какой момент! Нужно бить! Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Стивен Зонзи. Барраган. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Вратарь ждал этого мяча. Надо забивать! Отличный момент, но оборона на высоте. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра головой. Мяч остается у них. Эскудеро. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тут может что-то получиться. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Есть тут возможность. На вас! Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. На этом все. Атака закончена. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Андрес Гвардадо. Гвардадо. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим за этой атакой. Двигается. А сейчас вперед можно выйти. Висан Бен Еде. Хесус Навас. Навас! Посмотрим, что Севилья извлечет из этого углового. В центр штрафной подан мяч с углового. Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Это может быть опасная атака. Хесус Навас.
Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Висан Бен-Еде. Можно сделать навес. Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Хороший вынос мяча из штрафной. Защита надежно играет, мяч отобран. Тайм начался. Хесус Навас. Хави Гарси. Отлично сыграно, надо решать. Висан Бен-Еде. Гвардар. И эта игра в обороне, узнаем. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Не показал он все, на что способен за эти первые 45 минут, так ведь? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссаль. Вот это удар! Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Иногда мы говорим, штанга друг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились. Да, голкипер здесь не рассчитал отскок, и в этот раз фортуна была на стороне нападающего. Давайте посмотрим еще.